С начала года в Кызылординской области начали строительство 31 социального объекта. 19 из них уже введены в строй, причем большая часть в сельской глубинке. Появились они и в Казалинском районе, а в поселке Айтикиби возвели целый жилой квартал. В отдаленных аулах открыли объекты культуры и образования. Особенное настроение музыкантов – чрезвычайно народных инструментов. О таком сельском клубе жители аула Ахсуат Казалинского района мечтали давно. Его построили на смену аварийному зданию. Современный центр культуры, говорят аксакалы, придаст новый стимул развитию искусства. Село наше растет и развивается, благоустраиваются улицы, строятся дороги. Теперь есть новый клуб, которого мы ждали почти 15 лет. Богатая библиотека. Открывается кружок, где дети научатся играть на кобызе. Сейчас в районе отремонтировали. И построено 26 сельских клубов. В следующем году планируется строительство еще 4. Сейчас готовим соответствующие документы. Открытие клуба не единственное радостное событие в Ахсуате. Буквально накануне здесь открыли новый детский сад на 90 мест. Позитивные перемены в поселке Айтикиби. Здесь начато строительство целого жилого квартала. Его возводят в окрестностях райцентра. В целом развитию социальной сферы в регионе уделяют особое внимание. Реализуется ряд госпрограмм «Нурлы Жер», «Нурлы Жол», «Дорожная карта занятости». Открываются новые социальные объекты, создаются тысячи рабочих мест. Все достижения региона – это плоды независимости нашей страны. К слову, останавливаться на достигнутом регион не собирается. Строит планы на следующий год. Направлены они не только на развитие социальной, но и практически всех сфер жизни области. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар-24.